Я не могу сейчас контрольное пройти. Эль Прима, ты что с рукой сделал? Ну это я. Ушиб руку об его глаз. Ну вот здесь, смотри. О, супер, Эль Прима, нет, на нем подшутить. Это школа. Сникитай. Ого, я сегодня первый. Я еще никогда в школу не приходил первым. Так, где моя ручка? О, есть. Так. О, моя тетрадь. А ручка где? О, где моя тетрадь, а? Ну нет моей ручки, а тетрадь где? Какой-то день сегодня не такой. Ну, ручки нет. Или нет? Что это такое? Ах ты, мелкий скользкий хамелеон, сейчас я тебе в баранку скручу. Где ты? Где ты? Ну, тебе, ну. Ого-го, неужели мы уже здесь и даже без опозданий? Здравствуйте, Шерстик Пановна. Ничего себе, ну что ж, я только за это готова вам обоим поставить по 2 кубка. Ну что ж, давайте тогда не будем начинать сегодня с домашнего задания, чтобы не испортить такое хорошее начало этого дня. Сегодня я вам расскажу новую тему, так как следующим домашним заданием будет пройти роборубку. Это лихотня. Я сам на роборубке всех положу. Эль Прима, но роборубка — это же командная игра. И одному тебе никак не выстоять. Да такой танк, как я, где угодно выстоит. Как в прошлый раз на парном столкновении, это тебя девчонка вынесла. Между прочим, это было нечестное столкновение. Ты что смеешься? Еще разочек хочешь? Нет, что ты? Опять за свое. Так, это еще что такое? А ну-ка быстренько успокоились. Или вам нужно успокоительное? Нет, Шерсть Степана, я уже спокоен. А может вам копки снять за поведение? Не-не-не, Шерсть Степана, не снимайте, пожалуйста. Я так вовсе скоро на 0 кубков сойду. Так тем более нужно исправляться. Ну понимаете, Шерсть Степана, нас на бурболе задержали, а там такое было. Так, все, хватит истории вот эти о бурболе свои для Мортиса придержи, а у нас сейчас совсем другая тема. Ну да, Мортису мои истории очень нравятся. Эль Прима, да садись ты уже! Ну хорошо, Шерсть Степан. Леон, а ну-ка быстро вернулся! Я уже здесь. Ну вот и славно. Ну и что мне с вами делать, а? Ну, раз вы такие умные, и вам совсем не нужна новая тема, тогда перейдем все-таки к домашнему заданию. Ну, Шерсть Степановна, я очень хочу послушать эту новую тему. Мне она очень нужна, между прочим. Да-да, и мне новая тема нужна. Иначе как я на роборубку пойду? Ой, ну хорошо. Я так понимаю, что домашку вы опять не сделали. Тогда я буду проверять сегодня вашу контрольную за четверть. Вот это невезуха. Да что же это за день такой? Ну что ж, а теперь поднимите руки те, кто уже прошел Бравл Пас и готов получить свои 100 кубков за четверть. Да, арена рук. Ну, с тобой, Эль Прима, и так все понятно. Ну а вот от тебя, Леон, я такого вообще не ожидала. Что ж тут поделаешь? Ладно,
готова выслушать ваше оправдание в свою защиту. Рассказывайте, что же в этот раз вам помешало сделать контрольную? Я не могу сейчас контрольную пройти. Что это такое? Что случилось? Я сейчас вам все расскажу. Ой, Эль Примо, пускай Леон сам расскажет, что с ним произошло. Жаль. Ну ладно. Он все равно так не расскажет, как я. Ну, Леон, я тебя внимательно слушаю. Ну, понимаете, Шерри Степановна, это я на проборе зачет сдавал, и мне мечом в глаз попали. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Даю тебе отсрочку еще 5 дней. Ну как, успеешь пройти? Ну конечно, мне и 2 дня хватит. Я уже до отметки 58 дошел. Очень хорошо. Ты еще до окончания сезона сможешь в качестве бонуса получать дополнительные сундуки. Хорошо, правда? Ого, круто! Я все пройду обязательно! Отлично! А теперь проверим Бравл Пасс у Эль Примо. Ну, давай, рассказывай. Ну, понимаете, Шерри Степановна, ну я это... Ну, короче, Шерри Степановна... Ой, мамочки! Никаких, понимаете, Эль Примо, я ничего не хочу слышать! Ты еще долго будешь мямлить, ну сколько можно? Бормочешь себе там что-то под нос, поднимись и скажи уже нормально! Эль Примо, ты что с рукой сделал? Ну это я Леона не заметил и ушиб руку об его глаз. Ой, ну и что мне теперь с вами делать, а? А и В-класс уже давным-давно все сдали. А наш Б, как всегда, ползет позади всех. Ну, Шерри Степановна, ну я не виноват. Ой, ну хватит уже. Ладно, даю еще 5 дней на то, чтобы пройти все полностью. Фу, повезло. Еще 5 дней есть. Да. И советую всем поторопиться, иначе на глаза мне не показывайтесь. Слушай, Леон, ну я не хотел тебя это... Так сильно. Спасибо, конечно, что не выдал. Да ладно, может, друзья? А друзья не выдают. Точняк. Так, я вообще что-то не поняла. Я вам что, здесь мешаю, что ли? Или мне может вообще из класса выйти? Ну, Шерри Степановна, если хотите, можете выйти. Эль Примо, ты у меня сейчас еще договоришься? Опс. Вот детки пошли. Это еще кто решил меня отвлечь во время урока? Это директор. Алло? Да, конечно. Да. Сейчас буду. Угу. Хорошо. Так, ребята, меня директор позвал к себе по какому-то очень важному событию. Вы посидите здесь тихонько и постарайтесь ничего не разнести. Не волнуйтесь, Шерри Степановна, все будет в порядке. Ну хорошо, Леон, на тебя можно положиться? А вот это я возьму с собой. Я вас слышу. О, ушло. Вот это повезло. Хоть кричать не будет. Ух, и жара, так пить хочется. Ну вот, воды попил, там что-то плавает. Где? Покажи. Ну вот здесь, смотри. Ну все, слизняк, прячься. Ну иди сюда! Ну, где ты? Маленький ты, скользкий! Только покажись мне! Ребята, вам понравилось это видео? Ставьте лайки и подпишитесь на мой канал Данила Шоу! Всем пока-пока! Ау! Мотор! А, как больно! Мокро! Давай! Камера, мотор! Ну, понимаете, Шерри Степановна, ну я это... Ну, короче, Шерри Степановна... Said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you.
big you up and they look down on you.